снятый трансформатор напряжения. Это у нас трансформатор NAMI, то есть трансформатор напряжения антирезонансный, NAMI 10, 10 кВт. Ну, здесь три вывода, А, Б, С. Это у нас нейтраль первичная, X. А здесь 0 вторичной обмотки и А, Б, С вторичной обмотки. То есть вот это основная вторичная обмотка. И это у нас выводы АД, XD, дополнительная обмотка для контроля изоляции. В принципе, схема его подключения аналогична трансформатора NTMI-10, о котором я вам уже рассказывал, подробно рассказывал. Внимание, что включать дополнительное сопротивление номиналом 25 Ом на выводы АД и XD, то есть на дополнительную обмотку, и защищать вторичные цепи автоматами с уставкой электромагнитного рассыпителя 11-кратного от номинального недопустимо. Потому что он уже идет антирезонансный, и эти резисторы, подсоединенные на AD XD обмотку, в данном случае не требуются. Хотел бы сказать, что устанавливать трансформатор напряжения знову трехфазную группу на тип каретки Ш1Н201, вернее, очень неудобно. Я вам ранее показывал установку знолов на каретку КРУ-210. Очень удобно. Рама как раз имеет соответствующие габариты. Не выступает ни в бок, ни вперед. То есть просто снимается старый ТН, устанавливается новая вот эта рама. Здесь же пришлось врезаться в габариты данной ячейки, данной каретки. Видите, здесь пришлось сделать пропилы с этой стороны, пропилы с этой стороны, здесь внизу выпил для блок замка, который установлен у нас в ячейке. Вот у нас здесь установлен блок замок для включения заземляющего ножа на секции. Соответственно, надо было сделать вырез, чтобы блок замок ячейка, чтобы каретка не наезжала на блок замок. То есть такие вот здесь есть нюансы. Напомню, что это у нас серия КРУ КМ1М10. Также тут необходимо установить будет опорные изоляторы на каждую фазу. Потому что здесь вот у нас установлен предохранитель, вот он будет. Здесь будет ставиться колодочка его. А здесь шина пойдет уже на опорник, иначе эта система вся будет здесь шататься. Вот я проложил новые проводники. Здесь вот по уголочку. Здесь вот они выходят. Уходят вниз. Проходят вдоль рамы. Так, и вот я подключил. Всегда начинаю подключение с начал, то есть А601, Б600 и С601. Так, осталось мне подключить один проводник, у меня нейтраль. Я ее сейчас подключу на вывод X маленький, то есть это у нас А маленькая, это у нас X маленькая, начало и конец обмотки. Сейчас один провод нейтраль я подключу на нейтраль, на X маленький. Отсюда сделаю перемычку на второй X и отсюда на третий X. Заземляться в данном случае нейтраль не будет, потому что у нас будет заземлена в данном случае фаза B, то есть B600. Вот. Она будет заземляться в ячейке, не на трансформаторе напряжения, а в ячейке. Вот, как и говорил, собрал уже нейтраль. Вот у нас приходит N601. Отсюда идет перемычка на фазу B, 0, N601. И отсюда перемычка идет на третий, N601. В принципе, вторичная обмотка у нас, основная вторичная обмотка собрана. Фаза B будет заземляться, то есть вывод B600 будет заземляться в ячейке, я уже говорил. Так, и осталось мне подключить проводники H
600 и H601. Это у нас дополнительная обмотка, она будет подключаться у нас в разомкнутый треугольник выводы у трансформаторов AD-XD. Один вывод разомкнутого треугольника также должен быть заземлен. А заземление я возьму прямо непосредственно отсюда, с проводника B600. То есть отсюда будет сделана перемычка на AD. Дальше с XD фаза будет сделана перемычка на AD фазы B. Дальше с XD фазы B на AD фазы C. И на XD фазы C я подключу наш оставшийся проводник H601. Подключил дополнительную обмотку. Еще раз напоминаю, что B600 делаю перемычку на AD. Вот сюда вот на AD фаза. С XD идет на AD фазы B. С XD идет на AD фазы C. И на XD сюда приходит H601. На 100-вольтовый автомат идет у нас A601, C601 и нейтраль N601. B601 идет у нас сразу без коммутационного аппарата, сразу через клеммик в схему. Переподключил сюда новый кабель. Вот C601, A601, N601. Так, и у нас еще две жилки осталось подключить на клеммичек. В принципе, автомат 100 вольт может закрывать. Здесь подключил вот B600 и H601 через клеммик на разъем СШР, который соединен с ячейкой. Кстати, эти разъемы, как я уже говорил, мне не очень нравятся. В последнее время предпочтение отдаем все же разъемам Хартинг, но это уже на новых ячейках. Старые же ячейки, которые пока не проходят модернизацию, эксплуатируем еще вот с такими разъемами. Ну или гребенками, как в случае с кареткой КРУ, типа КРУ-2-10. Теперь осталось установить сюда добавочные резисторы с каждой из сторон и подключить их по соответствующей схеме. Здесь же в соседней камере установлен шинный разъединитель, предохранители и новый трансформатор напряжения. Ну, про него я уже вам рассказывал и показывал. Схема подключения здесь аналогичная, только не используется обмотка контроля изоляции. Контроль изоляции у нас выполнен непосредственно на секциях 10 кВ, а на соответствующих, на установленных на ней ТНах. А здесь были установлены у нас вот такие вот два нома с общей фазой B. Сейчас покажу, как это выглядело раньше. Выглядело это следующим образом. Фаза приходила на один вывод трансформатора ном, фаза C на другой вывод трансформатора, второго трансформатора ном. А фаза B у нас была общая с перемычкой. У нас достаточно старые трансформаторы. Трансформатор NOM-10 однофазный. Так, какой год-то? 57-й год, Москва. Ну вот, здесь аналогично. 57-й год, одногодки. Ну, сейчас будет служить верой и правдой у нас наш новенький СНОУ. Вернее, трехфазная группа из трансформаторов СНОУ. Здесь еще осталось подключить шины. А вторичку я уже, в принципе, собрал, даже вот установил клеммные крышки.
сделаем установку, монтаж, установку и подключение трансформаторов напряжения типа SNOW. Вот они, трехфазная группа. Здесь подключаю фаза А 601. Это у нас нейтраль, перемычка. Сюда приходит B601, а нейтраль. C601, нейтраль. Сейчас буду подключать дополнительную обмотку для контроля изоляции КИС. Вот сюда пришло H600. И отсюда буду делать перемычку на ADXD. Разомкнутый треугольник. И останется нам подключить вот эти вот еще добавочки. Вот немножко другое исполнение трансформатора напряжения. То есть такой же NTMe-10 у нас. Просто ячейка у нас BRU, бетонное распредустройство. И аналогичным образом и здесь происходит замена. То есть вот установлена уже на место NTMI трехфазная группа из новов. Клеммечки он там опломбированы, видите, вторичные выводы. Рама заземлена, установлены добавки. В общем, все то же самое. Предохранители, шины и сам SNOW. Это заземление рамы, это вторичные кабели вот приходят. Это контроль изоляции, цепи АВР и цепи напряжения для учета.